Любовь к полезному хлебу вдохновила семью Васьковских на создание собственного производства бездрожжевого хлеба. Вот уже 12 лет они занимаются этим вкусным ремеслом. Месят, лепят, экспериментируют, ездят по стране в поисках новых рецептов. Так случайно узнали состав старинного русского рецепта ржаного пряника. Но целый год не могли понять технологию приготовления. Мы нашли у достаточно пожилой женщины, она нам просто объяснила, как это делали раньше. У нас была рецептура, соотношение ингредиентов, но не было технологии. Мы очень удивились, когда получилось воспроизвести это все. По этому рецепту пекли пряники-бортники в 16 и 17 веках. Поэтому треть теста составлял гречишный мед. К нему добавляли ржаную муку, специи и прослойку сухофруктов. Здесь нет сахара, здесь ржаная мука – это автоматически, скажем, уменьшение белка в пище, то есть у нас сейчас все переходят к правильному питанию. Здесь, скажем, специи, они как консервант выступают, да, может быть, в определенной степени. Ну и сухофрукты. Кто-то ест тортики, а кто-то сухофрукты. Методом проб и ошибок получилось настоящее полезное и вкусное лакомство. Не просто пришлось и с поиском пряничной формы. Ее специально создал мастер по дереву из Иваново. Делается из правильного, хорошего дерева. Вот. Система производства этой дощечки тоже занимает немало времени. Около недели только ее вырезают, она отстаивается в массе специальном. В деревянные прямоугольные формочки выкладывается густое, как пластилин, тесто с прослойкой сухофруктов. На каждой выгравировано название разных городов Подмосковья. Это все ручной труд. Это все ручной труд. Невозможно его залить или как-то это. Поэтому процесс производства пряника занимает немалое время. Для производства одного пряника, примерно, да, чтобы его уложить в форму, да, и выложить на него начинку, и залепить правильно его сделать, да, уходит примерно минут 15, наверное, 20, то есть только на один пряник. Полезное лакомство уже завоевало сердца многих сладкоежек. Но особенно полюбился ржаной пряник в Одинцовском округе, говорят его создатели. Видимо, здесь жители, как и их предки, толк в кулинарии знают. Полина Бахова, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».